Уважаемые друзья, я Бибигуль Эмангалиева, независимый кандидат депутата Мажилиса по одномандатному округу номер 3 города Алматы. На встрече с представителями ОБСЕ рассказала все факты нарушения законов правящей партии Аманат. О систематических нарушениях ЦИК, прокуратуры, о произволе сотрудников силовых органов. Я пояснила, что эти выборы уже сейчас можно считать нелегитимными, потому что власти всячески препятствуют независимым кандидатам, преследуют меня и других независимых кандидатов. В частности, против Марата Жланбаева и Амангельды Джахина возбудили вот такие политически мотивированные административные дела за якобы раннюю предвыборную агитацию. 1 марта меня грубо задержали сотрудники полиции, как бандиты силой забрали и отвезли в прокуратуру без повесток, без предъявления служебных удостоверений и без каких-либо объяснений. В прокуратуре мне сказали, что в отношении меня составлен административный протокол. Якобы я преждевременно занималась агитационной деятельностью и якобы призывала голосовать за меня, что является абсолютной ложью. Считаю, что все это делается по приказу Токаева, потому что он боится конкуренции. Он хочет снять нас с выборов, так как боится независимых кандидатов. При этом провластную партию Аманат не снимают с выборов за преждевременную агитацию. Партия Аманат еще 17 февраля, за день до начала периода агитации, установила в Караганде рекламный билборд. Но как только мы публично осветили это грубое нарушение, они тут же стали заметать следы и убрали этот билборд, свалив всю вину на рекламное агентство. В тот же день мы подали по данному нарушению иски в суд, чтобы, согласно закону, партию Аманат сняли с этих выборов. Более того, аманатовцы грубо нарушают правила агитационной кампании, распространяя свои агитационные листовки в неразрешенных местах. На магазинах, не спрашивая на то разрешение у владельцев. Раскидывают по почтовым ящикам, клеят на остановках, то есть не специально отведенных для этого местах, что является самым что ни на есть нарушением законов. В прошлом году Токаев публично заявил, что больше не является председателем партии и будет равноудален от всех партий. Однако листовки с лицом Токаева с призывами голосовать за Аманат развешаны во многих городах. Факты об этом мы предоставили в суд, а также подали жалобу в ЦИК, что требуем в связи с этим снять партию Аманат с этих выборов. Но ни ЦИК, ни прокуратура, ни суды не реагируют. А значит, эти выборы уже заранее не являются легитимными. Я сообщила представителям ОБСЕ, что эти выборы просто имитация демократизации. Токаев на протяжении года рассказывает об упрощении регистрации политических партий. Но партии «Алга Казахстан» отказали уже 11 раз. Нет никакого нового Казахстана, нет никаких реформ. Токаев продолжает курс Назарбаева.